それは出して食べようと思います。Камера потухла. Так, включилась. Ну-ка, дочь, просто иди. Приветствую всех на канале Баженит и Омская область. У нас ночью мороз, 40 градусов с лишним. Вся скотина стоит в сарае. В общем, народ требует экшена. Показать суровые сельские будни. Тихо, блин. Типа пишут в одноклассниках, что все у нас хреново, блин. Все я приукрашиваю, специально для этого самого, значит, для камеры показываю. Вот я сейчас показываю реальную жизнь, что я делаю. Конечно, я показывать там, что у меня сколько голов там, в следующем сарае стоит, не, стоит, показывать не буду. Будете сейчас любопытно считать, калькулятор включать, считать, какие доходы, что и как, это ни к чему хвастаться. Ничего хорошего в этом нет. Показываю реальные будни. А то кричат, типа, деревня умерла, все с голоду помирают. Один я такой. Но в следующих съемках я своих покажу остальных односельчан. Кто как живет. Кто работает, тот живет нормально. Пока показываю себя. Без приукрашивания. Что делаю? Во сколько встал? Ну, встал я, сегодня ехать никуда не надо, я человек ленивый, встал полвосьмого. Жена встала пораньше, полсемь. Пошли работать. Ну, сколько нам идти до работы? 10 метров. Вот сейчас работаем. Ну, часа два-то мы, конечно, будем тут работать, пока всех накормим, одно другое. Чё хреново? Показать. Сейчас тюринкерский бюргер увидит, будет в ладоши хлопать. Чё хреново? А хреново то, что в сарае перемерзла вода. Блин, не дают разговаривать куры. Куры и то даже замерзли, не хотят ходить. Тут у меня еще одна корова, конечно, стоит. Я ее выгнал, потому что нужно говно убирать. Вода в сарае, вот здесь вот. Идет здесь дальше. Под баней, под гаражом и до дома 5 метров. Вот этот участок, глубина 2,5 метра, все утеплена, железная труба. Но морозы сильные, промерзла. Ну что делать? Да, конечно, было бы легче. Сейчас цепляем шланг от дома, ну, я, конечно, не самого из дома, из подпола, там тройник, цепляю шланг и пою коров так. Что еще показать? Суровые будни, вот они, мои будни. Я работаю. Ехать никуда не надо. Скажете, тяжело, одно другое. Но я знаю, я городской житель, я знаю, как в городе тяжело. То ли дома работает из-под своих коров навоз вытаскивает, то ли в городе из-под чужих людей. В школе работать педагогом не сладко. Стоять за станком по 8 часов тоже тяжело. Тогда этого станка до завода еще нужно добраться. Если я встал по 8-го. То я не знаю, как остальные во сколько встают. Пол шестого, что ли? Ну ладно, сейчас потом еще на улицу покажу. Выйду, покажу, как... Ну здесь дойные стоят. Простойные у меня в другом сарае. Их показывать не буду. Покажу, как молодняк и быки переносят холод. Пойдем в поле. Пошли, скоро выйдем. Сейчас замерзнет быстро камера. 2 минуты.
Ветер северный, дует-то сильно. О, как бежали. О, замерзли называется. Никто не замерз. Ходят, жуют. Ну ладно, кому интересно, что надо, спрашивайте. Я не прошу там, не за денег снимаю, а так ради прикола. Кому интересно, скажите, ставьте лайки. Буду снимать еще дальше, покажу еще. Ладно, пока. Сейчас посмотрим, как переносит скотина мороз. Ты будешь? Будя. Иди сюда, на. Чего ты напугался? Иди сюда. На, скорее, на. Было бы что дать. А так они перенесут без проблем. Смотрю, остальные загоняют в сарай. Блин, зачем? Смотрите, какая шерсть. Это осеменительно. Конечно, у него в мороз. Ладно, ладно. Потенция падает. Не до коров. Но все равно корова выходит, бежит нюхать коров. Молодняк, и быка специально держим. А, смело, мне нравится. Что такое? Что вы бодаете? Что, ведро маленькое? Минус 35 и с ветерком. Прохладно. Ну ничего, животное спокойно переносит. Ну ладно, буду дальше снимать. Пока. Тут мне еще во втором сарае убираться.